ситуация с тем, что в 2019 году бюджет не должен увеличиваться, а должен расходные позиции уменьшиться на 300 миллионов, мне лично понятно, и я считаю, она вызвана тем, что в предыдущее время чиновники Министерства финансов просто-напросто лгали жителям. И эта ложь связана с определенной долей того, что пытаются скрыть реальное состояние экономики в Латвии. Реально то, что структурные изменения, которые необходимо было сделать за этот промежуток времени, они не производились или не производились достаточно эффективно и качественно. И таким образом народное хозяйство, оно не окрепло, а по-прежнему продолжало развиваться в сторону увеличения импорта, а не увеличения экспортных мощностей и экспортной продукции. В основном, я считаю, это связано с тем, что производство в Латвии не может конкурировать с производствами других стран. И одной из причин данной ситуации как раз и является тот же самый известный популярный компонент ОИК. Так что, по моему мнению, в ближайшее время следует ожидать кризиса. А будет ли он таким же, как в 2008 году, а может быть и хуже, все зависит от того, насколько народное хозяйство подготовлено к нему. И предупреждение от Европы является первым звоночком и наружным сигналом о том, что так нет, и чиновники лгут людям.